The Emperor has been expecting you. Привет всем Звездным Воинам Галактики! Вы на канале Павла Ларина. И, друзья, небольшое обращение. Как вы знаете, сейчас ютуберы стали все реже и реже делать видео по Звездным Войнам, ввиду падения их популярности. Лично я за просмотрами не гонюсь, и поэтому я не прихожу на 100% от вселенной Звездных Войн на другие вселенные. Все-таки ЗВ я люблю не за количество просмотров, а за проработку мира, но, впрочем, я думаю, надо попробовать возродить у людей интерес к этой вселенной. Поэтому я бы очень хотел вас попросить потратить всего какую-то секунду и поставить лайк под этим видео, поделиться видео с друзьями, привлекая их внимание к видео по Звездным Войнам, а также написать комментарий с хэштегом «Даешь ЗВ». Помните, развитие нашего сообщества зависит от нас самих. Как я уже упомянул в своем предыдущем ролике, Галактическая Империя была одним из крупнейших и мощнейших государств, когда-либо существовавших на просторах галактики Звездных Войн. Всего через пару десятков лет после установления имперского порядка, власть Императора Палпатина простиралась на большую часть галактики, от ее жемчужины, планеты Корусант, до самых удаленных ее фронтиров внешнего кольца. Даже неизведанные регионы, некогда бывшие абсолютно неизвестными территориями, начали постепенно переходить под контроль Галактической Империи. В старом каноне имперский натиск на неизведанные регионы был не сильно быстрым, а в новом каноне его объемы нам еще предстоит открыть в будущем. Но если следовать логике старого канона, то еще за 10-20 лет с момента шестого эпизода, если бы Император не умер, Галактическая Империя, если и не де-факто, то как минимум де-юре стала бы контролировать всю галактику целиком. Впрочем, давайте порассуждаем, как же это могло произойти. И что конкретно Империя Палпатин предпринимали бы для выживания и последующего достижения своего триумфа. Давайте представим, что Палпатин не стал пытать Люка Скайуокера своими молниями силы, а пролил на молодого джедая полную мощь темной стороны силы, убив рыцаря джедая на месте. Видя все это, Вейдер попытался нанести своему учителю удар, но Палпатин ловко увернулся от него и начал поливать молниями уже Скайуокера-старшего, как и планировал, отключая тому броню и обездвиживая. Как мы знаем, еще во время создания костюма Палпатин специально сделал того уязвимым к электрическому воздействию, в особенности к силовому, зная, что именно молния силы — это его козырь, с помощью которого он сможет вывести своего ученика из политической игры. Поскольку мы в данной теории опираемся на положение старого канона, то нетрудно предположить, что Палпатин мог с легкостью клонировать Люка и сделать своим новым учеником. Поскольку Палпатин планировал жить по меньшей мере 1000 лет, предположим, что он решил оставить планы по возрождению Люка на потом, решив хотя бы пару десятков, а может и сотен лет насладиться абсолютной властью, тем более что Дарт Сидиус уже давным-давно отказался от правила двух. Убийство Люка Скайуокера позволило Палпатину отойти от своих грез и вернуться в реальность, тем самым заставляя себя принять верное решение и начать использовать свою знаменитую способность боевой медитации, с помощью которой флот Палпатина мог с легкостью победить флот повстанцев. Вообще, имперский флот мог и без помощи Палпатина убить Мон Мотму и адмирала Акбара, уничтожив их флагманы и тем самым лишив гидру восстания ее голов. Но потеря Императора как в старом, так и в новом каноне привела их в бегство. В нашей же версии имперские адмиралы принимают верное решение следовать приказам своего повелителя и окружают эскадру повстанцев со всех сторон, при этом включая знаменитые интердикторы, не давая атакующим отступить и превращая их атаку в самоубийство. Силы повстанцев, засевшие на Эндоре, особых проблем Палпатину доставлять не будут, и высадка дополнительных сил штурмового корпуса с легкостью уничтожает засевшие на планете силы повстанцев и жестоко расправляется с местными жителями. Хан Соло, Лея Органа и самые элитные спецназовцы Альянса при поддержке самых рьяных эвоков держат оборону несколько дней, но и они впоследствии, после прихода элитных инквизиторов, к примеру, Антиниса Треммейна, о котором я, кстати, скоро собираюсь сделать видео, сдаются в плен, и их ждет казнь после показного процесса.
а может, даже их казнят прямо на Эндоре, без суда и следствия. В течение последующих лет Император использует вторую звезду смерти как свое самое главное оружие устрашения. Главное, но не единственное оружие устрашения. Несколько суперразрушителей класса Затмения, вместе с несколькими суперразрушителями класса Владыка, каждый из которых был размером с флагман Вейдера, но которые обладали куда более несравненной боевой мощью, подступает на вооружение Империи через 8 лет после битвы за Эндор. Поскольку всего один выстрел каждого из таких кораблей мог уничтожить целые континенты, все меньше и меньше звездных систем даже думают о том, чтобы вступить в ряды повстанцев. Еще через год после этих событий Палпатин получает в свое распоряжение еще один флот суперкораблей, каждый из которых мог уничтожать целые континенты. Но в отличие от Затмений и Владык, эти корабли, называемые опустошителями, не просто превращали планеты в безжизненные камни, но и использовали их природные ресурсы, чтобы создавать новые корабли, по сути являясь аналогами знаменитой звездной кузницы, но куда более предсказуемыми. Успешное использование опустошителей позволило Империи еще больше нарастить ее военную мощь и реализовать проекты, о которых когда-то можно было только мечтать. Еще со времен Галактической Республики Палпатин мечтал узнать о том, что же находится за пределами галактики. За несколько лет до войн клонов канцлер Палпатин вместе с джедаями создал проект корабля, называемого «Сверхдальний перелет», который полетел в западный край галактики с целью основать в нем колонию, но был уничтожен войсками чиссов во главе с Трауном. Впрочем, Палпатин никогда не забывал об этих своих мечтах, и поэтому мы можем предположить, что теперь, когда неизведанные регионы попали под его контроль благодаря действиям Трауна, перешедшего на сторону Палпатина, император Палпатин издал бы указ о проектировании нового, доселе нигде не виданного звездного разрушителя. Этот корабль должен был иметь в длину более 250 километров и иметь возможность перевозить даже суперзвездные разрушители, вроде того, который мы видели в пятом эпизоде, прямо у себя в ангарном отсеке. Данный звездный разрушитель ни в каноне, ни в легендах никогда не упоминался, но технологический уровень Галактической Империи позволял производить такие махины. У Империи лишь не хватало на них ресурсов из-за огромных трат, связанных со строительством первой и второй звезд смерти. Теперь, когда ресурсные проблемы остались позади, Дарт Сидиус наконец сможет издать указ о сборке первого в истории корабля, носящего класс ультразвездных разрушителей. Поскольку на тот момент повстанцы уже уничтожили множество секретных баз, таящих в себе самые важные разработки в области мгновенной передачи информации на далекие расстояния, ультразвездный разрушитель придется снабдить лишь обычными средствами связи, уже доступными для большей части звездного флота, в результате чего, в случае отбытия данного корабля в соседнюю галактику, связь с ним будет поддерживать относительно проблематично, поскольку на доставку даже текстовых сообщений по Голонету между галактиками будут уходить недели. Впрочем, в ближайшие десятилетия Палпатину не придется думать о колонизации соседней галактики, ибо перед ним появится новая насущная проблема — Южень Вонги. В отличие от старого канона, в котором имперский флот лишь таял, и на момент вторжения пришельцев из другой галактики имел в своем составе лишь несколько тысяч звездных разрушителей, в нашей версии флот Империи все так же останется большим. Причем он не просто будет содержать в себе 25 тысяч звездных разрушителей и более 2,5 миллионов фрегатов и крейсеров, как раньше, но учитывая работу верфей Куота, Фандора, верфей астероидного поля Мон Каламари, а в нашей версии Мон Каламари будет уничтожена, за последние два десятка лет объемы флота могут вырасти на несколько десятков тысяч звездных разрушителей и несколько сотен суперразрушителей класса Палач, в результате чего от сынов Юн-Южаня будет отбиться проще. Да, в любом случае погибнут миллиарды жителей галактики, но Южень Вонги — это враг невиданной доселе мощи. Но все же миллиарды жертв — это лучше, чем сотни триллионов, о которых я рассказывал раньше. Но учитывая, что на стороне Палпатина будут сражаться не ополченцы, а триллионы солдат имперской армии, вооруженных по последнему слову техники, у Вонгов на победу не останется ни единого шанса. Впрочем, идиллия продлится недолго.
В отличие от того же Валкориана, решившего посвятить себя служению народу своей империи, Палпатин еще больше пойдет по пути жажды власти и начнет создавать все больше и больше опустошителей, а также других кораблей-дроидов, которые, подобно опустошителям, не будут требовать для себя экипажа. Далее есть два пути. Либо бессмертный император будет бороться со своей всепоглощающей жаждой власти и превратиться в подобие Валкориана, решившего создать коммунизм, если не во всей галактике, то как минимум в столице, и если не на десятки тысяч лет, то хотя бы на тысячелетия, либо бессмертный император просто сойдет с ума и, прознав историю захвата соседней галактики расой роботов Абаминор, возомнит себя сверхразумом и решит уничтожить всю разумную жизнь, кроме роботизированной. Впрочем, есть и третий вариант. Возможно, в своих экспериментах с темной стороной силы Палпатин превратит себя в некое подобие Дарта Нихилуса и затем начнет питаться жизнями миллиардов своих собственных граждан, съедая по планете на обед, завтрак и ужин. А что ты думаешь? Какая судьба ждет галактику в случае доминации Дарта Сидиуса? Напиши свое мнение в комментариях. Также не забудь принять участие в моей группе ВК, где я создам голосование по этому поводу. Ну и конечно, подпишись на мою группу ВК и на канал на Ютубе, а то что ты все вокруг да около. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Как сообщество моего канала, так и моя группа ВК всегда ждут тебя в своих рядах. Ссылка, как всегда, дана в описании. Спасибо за просмотр. И как говорили древние, позволь силе идти с тобой. Всегда.